И начинаем. Смотрите, вот она у нас баня. А соберем мы их на примере трубферум. Эту же вентиляцию можно будет собрать и через стену. Либо вместо вот этого вот оголовка мы поставим турбодефлектор. Должна быть обязательно правильная вентиляция. Друзья, всем привет, с вами канал «Живая русская баня». Меня зовут Владимир Ефремов. И в одном из последних комментариев люди написали: что за хрень у вас с вентиляцией, почему она такая некрасивая? Имеется в виду вот эти вот трубы из оцинковки. И вообще мне много раз уже говорили, что оцинковку нельзя вовнутрь бани ставить, что она там начинает что-то выделять. Мы в нескольких банях уже ставили вентиляцию, басту, ну вот эти вот трубы, которые у нас в углу бани идут, из нержавейки. Нержавейка, конечно, красивее смотрится, но и стоит она, конечно, чуть подороже, чем оцинковка. В общем, по оцинковке я уже видео делал, там полностью весь комплект показывал, и вот сейчас вот собрал комплект из нержавейки, покажу, сколько, каких элементов нужно для сбора вентиляции, басту из нержавеющих труб. У меня здесь диаметр 150. И внизу под видео сделаю спецификацию, сколько вот это вот все хозяйство стоит, ну, чтобы вы могли по деньгам ориентироваться. Пойдемте, для начала я нарисую схему элементов, которые нам нужны будут, и потом здесь вот ее уже соберу, саму вентиляцию, как какой элемент, куда за каким ставится. Пойдемте к листочку. И начинаем. Смотрите, вот она у нас баня. Как обычно я на листочке, кто-то мне уже говорил, что сделай нормальную программу, в которой чертить. Но мне пока проще на листочке. Вот это вот у нас парное помещение. Здесь у нас стоит печка. И как мы делаем, мы приводим воздух с улицы в цоколе под печь. Печь начинает нагреваться, воздух горячий подниматься кверху и тянуть воздух из-под себя, соответственно, с улицы затягивает воздух в парное помещение. И сама вентиляция басту, раньше мы ее выводили в стену, сейчас мы ее в стену не выводим, сейчас мы ее делаем через крышу. Спасибо Роману Ефимову, подсказал, что так тянуть будет лучше. Соответственно, что нам для этого нужно? Нам нужна сначала одна монотруба, дальше вторая монотруба, чтобы набрать высоту метровая. Здесь у нас будет установлен шибер. Вот в этом вот месте у нас будет установлен тройник. Для того, чтобы делать еще залповую вентиляцию, на этом тройнике у нас будет стоять заглушка. К ней можно приделать деревянную ручку. Дальше еще две монотрубы, чтобы набрать саму высоту. Мастер-флэш, чтобы перейти через крышу. И дальше нам нужен будет либо обычный оголовок, либо сюда можно поставить турбодефлектор. Но сейчас у меня турбодефлектора с собой нету, так что мы соберем просто с оголовком. На листочке я рисовать закончил, сейчас мы с вами соберем, посмотрим, как она будет выглядеть, а соберем мы их на примере труб феррум. Я в магазин заехал, здесь трубы феррум, и вот на примере труб феррум мы сейчас соберем весь этот макет, и вы посмотрите, как он будет выглядеть и какие элементы будут в него входить. Вот у меня стоит 4 монотрубы диаметром 150. Обычно мы делали из 110 трубы оцинковки, но есть, допустим, в книжке по эксплуатации печи Скоропарка, там, по-моему, диаметр должен быть 130. Мне сейчас печь Скоропарка для теста придет, и я почитаю, покажу, какие нормы для вентиляции под печь Скоропарка идут. В общем, берем одну монотрубу, дальше у нас будет идти вторая монотруба, на нее у нас установится сначала шибер. Ну, чтобы нам можно было перекрывать поток воздуха. Не хотим мы вентилировать, мы его закрыли. Хотим вентилировать, мы его открыли. Дальше будет идти тройник. Это не той стороной. Вот так вот. Дальше у нас установится тройник для залповой вентиляции. На этот тройник у нас пойдет заглушка, чтобы нам перекрывать саму вентиляцию. Сейчас ставить ее пока не буду сюда. Чтобы перекрывать саму вентиляцию залповую. И дальше пошли трубы на улицу. Выше уже ставить некуда, буду ставить здесь. Пошли трубы для выхода уже через саму кровлю. И нам понадобится
мастер-флэш, так как мы проводим через крышу, нам понадобится мастер-флэш. Но в принципе эту же вентиляцию можно будет собрать и через стену. Многие спрашивали, что не хотим лишний раз дырявить стену. Ну, в принципе, можно и не дырявить. Мы сразу же вот таким вот образом, наверное, тогда сделаю. Если мы будем собирать через стену все то же самое, то одного элемента мне здесь сейчас не хватит. Мы сделаем следующим образом. Мы из парного помещения поставим сначала угол, выведем трубу на улицу, и будет труба идти по улице. Но тогда трубу нужно обязательно утеплять, а то в ней сразу же моментально начнет образовываться конденсат. Теплый воздух в трубу зайдет, а труба ледяная, на улице минус 20 градусов. Это все внутри обледенеет, и конденсат сразу же будет вниз течь. Она не будет работать. Тогда вот эти вот трубы нужно будет делать утепленные. Либо сэндвич трубы сюда ставить, либо каким-то образом колхозить их, утеплять. Но тогда зачем такая красивая труба нужна? Сейчас пока рассматриваем, чтобы эта труба была внутри бани. Так вот, закончили мы на мастер-флэше. Сверху на трубу будет устанавливаться мастер-флэш, труба через него пройдет, и сверху у следующей трубы, которая будет на самый верх выходить, будет установлен оголовок, чтобы у нас дождь, не так вот, опять перепутал, чтобы у нас дождь не попадал вовнутрь трубы, ну и не затекал туда в баню. Либо вместо вот этого вот оголовка мы поставим турбодефлектор. Ну, он так и называется, турбодефлектор. Забейте в поисковике, найдете в Челябинске. Я вот когда покупал его, он там один или два их в наличии было. В принципе, их в наличии достаточно мало. Я поищу производителей турбодефлекторов. Если нужно, дам на них контакт. Напишите в комментариях, надо на них контакт найти или нет. Ну и скидку, наверное, попросим, выбьем у них для наших зрителей, чтобы вы к ним могли обращаться и вам скидку еще сделали. Вот такой вот незамысловатый комплект дымохода. Дымоходы в руках держу, говорю про дымоход. Вот такой вот незамысловатый комплект вентиляции нужен. Кому интересна стоимость данного комплекта, я внизу оставлю. Сейчас попрошу ребят, они мне спецификацию сделают. Я внизу прям эту спецификацию оставлю. Вот такая вот вентиляция Басту. Вот с чем ее едят, не знаю, но вытягивает воздух она хорошо из бани. Так что в бане помимо печи, правильной печи, которая будет делать правильные режимы. Правда, для каждого правильное это разное. Кому-то сауна нужна, кому-то русская баня нужна. Но для этого мы сейчас будем тестировать различные печи. Не забываем, кстати, на канал подписаться. Ко мне сейчас идет 10 печей, и мы эти все печи будем изучать, тестировать и вам по чесноку показывать, как какая печь, какая суховоздушка, какая дает мелкодисперсный пар. Будем париться с этими печами, прям много-много всего показывать по печам. Вот, так вот, помимо правильной печи, а правильная она для каждого разная, должна быть обязательно правильная вентиляция. Ну и выглядеть она должна красиво. Не как мы, допустим, вагонками оцинкованную трубу зашиваем, а вот этот вот вариант с красивыми трубами очень-очень привлекателен. Я, кстати, в этом году, когда ездил в Крым, жили в одной квартире, и там весь стиль был такой, с металлическими элементами. Так там вот внутри квартиры даже была сделана вентиляция вот из таких вот труб из нержавейки. Я сейчас фотографию вставлю, посмотрите, как это выглядит. Вдруг кому-то для дома не знает, из чего вентиляционные трубы сделать. Так вот, для вентиляции внутри дома она тоже хорошо подходит. Фотографии смотрим, вот видите, как красиво она, в принципе, в интерьере смотрится. Такие массивные блестящие трубы около потолка. Ну а я тогда с вами на сегодня прощаюсь. Было видео полезно, ставим палец вверх, подписываемся на наш канал и всем пока!